Вот такая машинка. Пыльный. Так, чуть-чуть грязненько, но дверь не шатается. Замки хорошие, не раздолбанные. Нигде ничего. Он просто пыльный. Стоит в боксе. Грязный. Но не рваный, ничего. Не гнилой, ничего такого нет. Табло простое. Здесь все собрано. Бампер есть задний. Он просто снятый. Клыки новые. У него идут. Вот так выглядит. Фары я взял. Решетку тоже отдам. Это не очень у меня оригинальная. Рамка, стекло лопнуто, но не гнилое, ничего. Весь родной краски, не замятый, не забитый по кузовщине. Ну так, есть вот эти моменты фендера, а так он весь ровный, весь целый. Как бы, ничего критического нет.